горе, чувство обиды – признак плохого настроения. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, всегда избегал горя и просил защиты у Аллаха. Горе ослабляет сердце, мешает принимать решения, наносит вред свободе. Помни, шайтан воодушевляется, когда мусульманин горюет. Будь приветливым, радуйся, не теряй надежду, старайся думать о Всевышнем только хорошее, верь в себя воле Аллаха и уповай на Него, и тогда обретешь счастье. Не порть радость горем, сознание разочарованием, веру и надежду других негативным мнением о ком-либо. Думай о прошлом, не убивай настоящее. Не забывай, что в тяжести и трудности для тебя скрыто благо. Не думай, что любое совершенное тобой благое дело не будет засчитано, потому что тот человек, которому ты дал пожертвование, тот, которого ты обрадовал подарком, сосед, которому ты протянул руку помощи, даже незнакомец на улице, которому ты, улыбнувшись, поднял настроение, может втайне помолиться за тебя. Один из ученых сказал: «Если я в чем-то нуждаюсь, я прошу это у Аллаха. Если Он дает мне это, то я обрадуюсь один раз, а если нет, порадуюсь 10 раз, потому что первое – это мой выбор, а второе – выбор Аллаха. Жизнь и без того коротка, не укорачивай ее печалью и горем. Будь хозяином сердца, наполненного счастьем и радостью».